Не, лошадка немного тупая. Там был вообще-то съезд, она такая, не, я здесь. Типа плотва. Да ты не до плотва какая-то, фу на тебя. Че, 14 левел, а финальный левел, точнее финальное задание требует 35-й. Можно посмотреть, кстати, сколько мне там? 3900. Насколько повышается с каждым левелом? Да до хера. Прогрузка карты на ходу только в виде фишки. Ну, я думаю, что... На ночь пивар не закрывается, но Харковом... Ага. Ну, блин, я думаю, что, в принципе, учитывая то, насколько мощные системы пошли, проделать это было не так уж сложно. Блин, у чуваков так-то было до хрена времени, там что-то 3 или 4 года они ее делали. Любой РПГ, проходя основные квесты, ты получаешь кучу опыта. Но и чтобы добраться до основного квеста, нужно подкачаться на второстепенных. А это, блин, 300 лет. Так, почему вообще она идет туда, если надо идти сюда? Не, стой. I seek the master brewer, Hakuf. I have no time. Speak to one of my overseers if you must. You misunderstand. I am a Magi. Apollodorus sent me. Apollodorus, of course. He sent me for the scarab, the shadow that darkens Sais. Shh, please. That is an evil name to speak aloud. Apollodorus knows the people are suffering. In my position, many confide in me. Trade is strangled, the soldiers run rampant, and the weight of Ptolemy's taxation crushes the breath from us. Come with me. Let us retire when we have a roof overhead. А меня Борка пугает прогрузка Kingdom Come. Я не буду теперь ее запускать. Я реально боюсь, что моя система взлетит нахер на воздух. А, он может бежать, потому что может только идти. There are many terrible stories about the scarab. I am sure Apollodorus told you. Tales of mutilation, disappearances, and folk buried in the desert and left to die. A horrendous fate. Trapped in the shimmering sand, your mind and body pounded by the remorseless sun, waiting for the final release into the Duat. But these are only stories. Что я не понимаю, что эти чуваки вообще преследуют вот эти вот в масках? Scarab. If he exists, it is not safe to speak of him. Окей, спасибо, я могу ходить. Хрена себе. The investigations of Harkuf's agents. Хэй, я разделяю. Concerns of the people. А. Ну типа ок. Там было что-то написано. Сефетур зиквит Зерваса. Это что за херня? Нет, спасибо, я это откажу. Я откажусь от этого. The last man who asked questions about the scarab was near beaten to death, with his tongue cut out. Who was he? Paul Cooper, father-in-law to the most powerful man in the region. Это нормально, что я глаза не вижу? That boy, Kawab, is his grandson. Проработка. Или это специально для 4 на 3 катсцена? Почему я и глаз не вижу, алло? По-моему, что-то с камерой. Найдите и спасите Гупу.
все, сломали камеру. Вот бы они игру свою сломали. Вот бы они компанию свою сломали. И больше не делали Assassin's Creed. Вот бы Assassin's Creed перешел в руки... Bethesda? Не, вот бы Assassin's Creed просто... Вот просто последняя часть игры вышла, и все. И больше никто ничего не делал. Вот так, чуваки, 16-го левела. 17-го левела. Это жестко. Почему мне сказали, что это 15-го левела? Почему вот эти не отмечаются? Почему? Окей. Главное, те отметились, а эти не отмечаются. Или они отметились, я не понимаю, как это работает. I should be cautious around here. What are we to do with the beggar that Marcos caught in the Felaketai's tent? If he survives the beating the men gave him, we'll sell him at the harbor for a drachma. Hmm. Did you know he was mute? Perhaps half a drachma then. Мне сейчас нужно здесь всех перебить, да? Иначе она выбежит, и, или это он выбежит, и, в общем, изнасилует меня. Они могут ходить не парой? What happened to the beggar? The mute? Marcos and Tycon beat him for sneaking around the camp. Poor bastard collapsed. Да-да-да, Роман, я это хочу сделать. Убить капитана клинком, посмотреть, хватит ли урона, если что, прокачаю. Прям на ходу. Hey! What are you doing? Кто? О ком они? Ну, на этих хватает. Так, не оборачивайся, братан. Такс, окей. Жесть. Понятно. Ладно, давайте просто к нему подойдем сзади, потом бежим. Еще раз его захерачим. А, понятно. Капитан Цикло. Просто убегаем. Ты охерел? Alarm! Help me, brothers! Target is in range! Окей. Окей. Окей, я сваливаю. Чёрт. Фак. Идеально. Давай, давай, давай. Эй! You're finished! Мне не нравится это. Палец, то, что у нее странный какой-то режим. Адреналина.
Ну, зато она мощная. Нихера! На сигнале костер приходит Филакит. Я в курсе, да? Ну, тут пришел не Филакит, уже хорошо. Ну да, так, кстати, то, что скрытый клинок не убивает сразу, это дебилизм. Ну, видимо, это не профессиональные ассасины еще. Так, не оборачивайся, братан. Ну, естественно, мы будем выходить. В самый ответственный момент. You cannot escape, я ушел сразу, как он пришел. О май гад, серьезно? О май гад. Тут Филак пришел. Или Филак. И он не уйдет, да? Надо было выполнить два квеста, которые ты пропустил. В смысле, для чего у меня бы уровень-то не повысился? О май фак. Why is the beacon lit? What is happening here? По-моему, я в жопе. В смысле, что это было? Почему треугольник был? Чё он бегает как дебил? Меньше бегай. Естественно, мне по стелсу это не сделать, потому что... А, этот искусственный интеллект опять учудит какую-нибудь херню, да? Угу. О, тут сокровище еще есть. Хочу сокровищ. Вот оно. Я жадный. Два Филакита 40 уровня пришли, когда защищал базу. И какого ты был уровня сам? Не-не-не-не-не, братан, ты этого не видел. В смысле? В смысле я? Меня не было. Меня нет. Я кустик. Я кустик. Да в смысле? Что за черника, блюб? Иди в жопу. Ну, на самом деле, я готов в защиту этой игры сказать, то, что она менее кривая, чем Horizon Zero Dawn. Вот Horizon Zero Dawn — это реально кривое говно, переоцененное. Это тоже, в принципе, так себе. Ну, по крайней мере, так. А, он будет здесь тусить, да, все это время? Я вообще попробую сзади к нему подойти. И просто убежать, как бы. Или он затылком меня увидит. Ща, мы все сейчас затестим нахер. А, понятно. Здравствуйте. Давай ты сам пойдешь. А, его нести надо, окей. Купа, I will get you out. Я пойду куда подальше положу, вот сюда вот. I think you will survive. Окей, мне нужно его отвезти, чтобы забрать сокровище. Он скотина смотрит на сокровище. Это бесит. О, вы это слышали?
Я успеваю. Ну же! Нет! Нет! Нет, чувак! Нет, 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 нет! Вот же тварь! 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 О! У! У! Насрать! 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 Спасаться! 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 О май гад! Тихо, 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 тихо! Тихо, он меня упустил. Или нет? Он не упустил меня. Он не упустил меня! Все, он тупой. Фу, идеально. Изи. Да легко. We can help each other. Akuf told me that you are investigating the scarab. Help me, and I can ensure he dies. Фьюф. Так, я, пожалуй, объеду, да, его? Немножечко. Понимаешь, что он почти был бездыханным, сейчас спокойно сидит такой. Ставь самую высокую сложность, раз уж изи. Да и чё-то как-то там тоже изи будет. Я так просто для того, чтобы оценить третью сложность просто. Там бы я на четвертой, если проходил. А ты один скакал целых 10 минут против них? А, учись. Изи. Это еще и третья сложность. Вообще пара пустяков, в принципе. Еще и зачистил локацию, как бы. Grandfather, are you alright? Is he hurt? Banged up, bruised, and thirsty. The soldiers did not take kindly to him, but he will be all right. Where's your father, Kawab? We must speak of this. Father is away, on his great work. Mother! Grandfather is hurt! Soldiers mistook him for a beggar again. Father! What have you done this time? He was searching for the scarab. I hope he can help me. And in return, I can protect your family. The scarab is nonsense. Everyone knows this. He wants you to read them. It looks like the scarab is summoning warriors to the city of Letopolis. By the gods, that is where my husband is. But the city swallowed by the desert. It is father's destiny to rebuild it. We're going to join him soon, right, mother? Yes. My husband Tahaka has been slaving there for months. I'm sure he can help you. He knows everyone there. If you go, tell him I can't wait to see him. Yeah, of course I will, Kawab. Сейчас выйдет, выкинет эту игрушку, ну нахер. Да, я показываю свой непрофессионализм в играх. В смысле? Я настолько профессионал, что мне даже не надо показывать профессионализм. Гиена, тебя давно не было вести. Надеюсь, ты не замыкаешься в себе. Отправляю тебе образец кварца, найденный под Летополисом. Там немного. Пустыня не расстается со своими сокровищами просто. Я отправил лазутчиков в Гизу, Мемфис и Имао, чтобы они завербовали людей, разделяющих наши стремления. Не волнуйся, в отличие от поджигателя, они умеют уговаривать по-хорошему. Скоробей. You are Bayek, yes? My master is anxious that you get this letter. It is urgent. Your master? Do I know him? His name is Otis. You haven't met. All is explained in the letter. Неужели срусил? Не, зачем сложно представлять? Я не так профессионал, блин. Да поможет ОМОН этому... Так, письмо от Отиса. Да поможет ОМОН этому письму дойти до тебя, Меджай Баек.
Я скромный писец во дворце, и то, что я нашел, беспокоит меня. Похоже, Сиви вновь угрожает опасность. Подробности мне неизвестны, но я знаю, что поиски какого-то артефакта привлекли внимание римского полководца к лагерю Сарагина. Он подкупает сиванских чиновников, готовясь захватить всю деревню. Сива дорога мне еще с тех пор, когда я еще ребенком ездил с родителями поклониться Оракулу. Заключение Сивы печалит меня, как и сама мысль о новой угрозе этому чудесному месту. Я пытаюсь выяснить, что стоит за всем этим. То, что мне уже известно, переповедал Набатей, по имени Гамилат. Думаю, в лагере Сарагина ты сможешь узнать больше. Если ты решишь попытаться предотвратить бойню, я жду тебя в своем доме, к югу от восточного рынка Александрии. Молюсь, чтобы не было уж слишком поздно. Такс. Угу. 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 И что мне делать? Дигл по-прежнему там что-то ищет. Идиот. Пойдемте к ткачу, к кузнецу зайдем. Посмотрим, что есть. Может, что новое завезли. Гоу забаним стример, он читает без выражения. Согласен, репортите все. Так и напишите, мол, мое чувство высокого страдает. Нормально, там что-то насобирал-то до хрена всего. Так, что купить можно? Вот это офигенно, там сосочек торчит. Но мне не хватает денег, поэтому, увы. Окей, я бы тоже обосрался. О. Нормально, воин тут паса есть. Так, у тебя что-то есть для меня? The Magi has returned in need of more finery? Yes, in a moment. I'm curious, Reda. Where are your parents? Long story, senor. Это меня абсолютно не интересует. Прям вообще капец. Прям вообще. Какой-то неизвестный маленький чувак. Так, что продадим? Это продадим. Ничего-то щиты не падают. И это не круто. Хоть это продавай. А, у него денег нету столько. Вы не можешь продать экипер... А, понятно. Ты, честно, так себе оказалось. Две тысячи 250? Вы что, издеваетесь? А, он повышает к текущему левелу, до текущего левела, хераси. Ну я даже хз, мне что-то деньги как-то жалко. Bye for now. У тебя два старых счета, я что, не продал их, что ли? Я продал их. Goodbye. А, там один был лучше, что ли? Наверное, да. Ну, насрать. Чё? Чё? Чего? Ау. Ок, ладно, хорошо, я понял. Ок. Чувак на один левел меня выше. Забивает меня просто ваншотами. Спокойно. Ну не ваншотами, дваншотами. Изи. Просто... А так вдруг откуда ни возьмись появился ваншот, как бы. Окей, ладно, хорошо. Прикольно, мне нравится. Oh!
Пройди квест побочный. Ну, как бы это не помогло мне сейчас не сдохнуть. Я как бы пытался. Нет, мудак. Вот здесь был, да? Сейчас мы его убьем нахер. Это жирная скотина. Чё вдруг? Откуда он вообще взялся? Просто мимо проходил, что ли? Мимо крокодил? Окей, ладно. О май гад, здесь 17 левел нужен. 17 левел нужен. Жесть какая. Есть чего проще? 9. Десятый, 11, 15. Ну вот, видимо, сюда придется. Окей, гоу сюда. В смысле не по зубам это место? Он всего лишь на один левел выше меня был. Что за херня? Как же далеко. Ты чищаешь силу, где проходит сюжет, идешь на сюжет. И что это даст? Ну, в смысле, кроме профита. А, в смысле... Блин, ты больше так времени потеряешь, по-моему, нет? Да в смысле, я иду уже выполнять дополнительные задания. В смысле, лентяй, это говно скучное. Просто до жопы. Ну. Ок, типа. Я тут при чем, если Ubisoft не может сделать веселую игру? Или разнообразие? В своих играх.